Сегодня велосипедная команда приехала в гости к деду. Открываю ворота. Кто там? Вот, привет, целая команда. Марсик, встречай. Ой. Это медведи ловят лапами, видели рыбу? У них когти. Во, отнеси на место эту кормушку. Да можно поймать, но у меня, видите, руки, я снимаю этих. Одной рукой тяжело. И марсика. За хвост хватайте. Хвост, а и не будем взять. Ну, ты ж не схватишь, во-первых. Нет. Ты помнишь лягушек, когда варил? Помнишь? Первый день. Ну, это 3 года назад было, или 4, да? Ты маленький был. А я проснулась. А, так коснулся рыбки, она прям такая. Прям такая рыбка, я проснулась. А ну-ка. Ну, туда, вот, под корм. Ну, подожди. Да-да, кидай. Сейчас она подойдет. Она боится, видишь? Сейчас. Ждем. Хоть одну. Просто посмотреть. Мне кажется, они такие наивные. Ага. Как вдруг сучок увидели, все разбежались. Ну, хоть маленькую. Оп! Сразу же. Оп! Опа! Можно мне посмотреть? Ну, посмотрите. Лов. Ну, о, какая. Смотри, чтобы не упал, а то он да. Этот, глянь, смотрит. Дальше, над водой держи. Смотри, этот сразу же в зубах будет. Над водой держи. Выпускай. Выпускай. Давай. Выпускай. А этот-то, подожди. Посмотри на его морду. Опа. И он готов туда прыгнуть. Марсик. Марсик. Зачем? Ой, Марсик. А можно мне попробовать рыбку поймать? Ну, попробуй. Охота. Только надо резко. А ну-ка, вот так. Владик, она сейчас перепугалась, уже вся рыба. Да, от Марсика она испугалась. Ты подойдет близко? Вот она, вот маленькая. Давай, давай. На. А, почти. Сейчас. Вот это много. Охота. Ну, вот охота какая. Ну, что обратно. Сейчас, сейчас. Не, ниже опусти, она еще видит сачок. И замри, все. Вот жди, вот так, опусти на дно и все. Как только она над ним станет, резко поднимешь. Пения у тебя нету и рыбы нету. А Марсик терпит, он каждый год подходит. Давай на место сачок, Миша. Вон туда, на ветку. Ну что, пошли дальше, да? Пошли. Аккуратненько. Все, давайте, Владик. Жорик, говорят, ты укусил Настю. Он просто зубами, Настя, это не укус, это он... Он и Вику так тоже от радости, да, они так прикусывают. Так, ну это на место, оттащи к черешне. Черешня-собиралка. А, кстати, вы же знаете, что это такое? Черешня-собиралка. Ага, нет. Лестница? Это табуретка санки, садись сюда. Да, это санки. Садись, садись, сюда. Да что, ну-ка. Санки? А теперь толка, вы толкаете. Ниже садись, Миша. Нет, сейчас ниже. Садись. Да вы вперед толкаете. Вперед не толканете, потому что снега нет. Ну, в общем, ладно. В общем, такие санки. Да отстань, Жорик. Ну, а что-то никого нету. Давайте едем. Да вы по одному, ладно. Посади я сюда. По одному. Ну, в общем, вот такие санки пробуем. Не дождались зимы. Они взад и вперед могут катиться. Ну нет, по бетону. Ладно, по бетону отнесите лучше. Давай, несите, берите. А потом, когда на траву выйдете, я покатаюсь. Ну, на траве. Гони. Да, Настя, ну не надо. На это залезать можно? Ну можно, я на него залазил. Ну, потом, Миш. Я могу. Ну как ты залезешь? Нет, не могу. Потом, потом. Не все сразу, вот мы и так залезли. Так. Ну что, пошли с нами. Марсик, пошли. Ну,
тащите, что вы. Да нет, аккуратно, привет. Да ты вот так тащи, да. Один. Я ее одним мизинцем тащу. Ну что, черешня еще? Есть. Ну есть, но она зелененькая, да? А то кто-то из подписчиков пишет, говорит, спасибо, что хоть досмотрели черешню. Да она только начинается. Вот она. Только-только. Одна черешня. А вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Вот и желтая есть, и розовая. Вот, смотрите. Одна. А где вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Подожди. Шестая. И вот она седьмая. Желтая вот здесь. И вот седьмая черешня. Вот, видите, сколько черешни. Ну что, велосипедная команда. Все, сейчас отправляемся. Все, обратно. Покушали, поиграли, да? Да. Все, давайте, человечество, машите. Всем пока. Вова. Ну, выезжайте, я буду вас провожать по очереди. Так, охлопать. Да, традиция. Традиция. Быстрей. Все хлопать. Ой. Никогда не было, чтобы мы не хлопали. Всегда хлопаем. Да, это же традиция. Марсик, хлопай. Вова, подожди, я открою. Ну, Марсик, иди провожай. Сейчас, подожди. Пока, пока, все. Все, до свидания. Все, давайте, пока, до свидания. Ну что, Лерок, ну ты тоже прогулялся немножко, да, Лерок? Ну ты отдыхаешь, правильно, ничего ты не потерял, эти вон бесились там. Смотрел, языки повысовывали, да, на Жорика. А ты молодец, ты степенный такой, да, Лерок? Ну, скажи человечеству что-нибудь. Лирик. Ну, улыбнись хоть. Вот так бы и ты, Лири, язык высунул бы. Ну что? Как мы это видео назовем? Марсик. Внуки и собаки. Тоже было. А, уже ужин. В общем, я подумаю. О, Марсик, Жорик и велосипеды. Да, Марсенчик? О, водички попил. Ну все. Марсик, Жорик и велосипеды. Марсенчик. Марсенчик. Ну, человечеству. Человечеству. Улыбнись, Жорик. Все. Сейчас ужин будет. Ой, да. Это что такое? А, да, да, да. Ты же... Ну все, вот это. Ну и так далее, короче. Так, я должен заканчивать видео. Марсенчик. Все, заканчиваем видео. Не знаю даже, на чем закончить. Надо ж на чем-то закончить. Все, вот так вот. Всем пока.